Всем зрителям, подписчикам привет! Сегодня мы ставим теплицу фермер шириной 3, длиной 4 метра на брус. Вот тут она будет стоять у нас. Пока разложились, приступаем к работе. Каркас мы поставили, выровняли, закрепили его к брусу. Сейчас начнем крыть теплицу поликарбонатом. И останутся у нас дверь, форточка покрыть и сделать систему подвески. Завершился у нас монтаж. Напоминаю, строили мы сегодня теплицу фермер 3 на 4. Пойдем смотреть. Форточка в торце, сразу видим. Поликарбонат 4 мм, 0,7 плотность. Все торцы в торцевом профиле. Дверь с форточкой с лицевого торца. Резиновый торцевой уплотнитель. Каркас сделан с профильной трубы 20 на 20. Покраска полимерно-порошковым способом. Цвет шоколад. Арки в виде ферм. Есть диагональные усилители. Есть система подвязки по две нитки на каждую сторону. Кстати, форточка торцевая оборудована термоприводом. Все это стоит на брусе, брус 100 на 100, пропитан антисептиком, закреплен к земле с помощью якорей. Вот такая надежная, прочная теплица у нас получилась. Да, совсем забыл сказать. Пойдемте вернемся. В данной теплице по просьбе клиента был установлен дополнительный ряд прогонов. Два ряда. То есть центральный ряд. Это стандартно. И слева и справа между основными прогонами вставлены еще дополнительные. То есть на крыше у нас получилось 5 рядов прогонов вместо 3. А вот теперь точно на этом все. Ставьте пальцы вверх, задавайте вопросы, пишите свои комментарии. Всем пока!